Итак, ребята, всем доброе утро. На сегодня передавали снег дождь, но его нету. А сейчас буду запаковывать подарки. Один вы видели, а один кто не видел. Потом посмотрите. Вот как раз его сейчас и запакую. Сейчас запакую подарок, и надо будет сходить еще в магазин. Потом увидите, зачем, почему. Думаю, один бантик. Теперь второй. Да, все помнят, я его вчера и проверяла, и все это. Все хорошо работает. Теперь его пакуем. Так, мои подарки готовы, но это еще не все. Сейчас я собираюсь и иду в магазин. Так, все, я вышла на улицу. Знаете, хоть по градусам сегодня холоднее, чем было вчера, но как-то мне кажется теплее, не знаю. Разваливалась с утра с Машкой, с Маринкой. Машка говорит: как тебе погодка? Говорю: ты что, погодка как погодка, ну сухо, все это. Говорит: какой сухо, у нас снег идет. А она с города, там, где моя бабушка живет. Так, а сейчас я иду за шариками. Шарики с гелем. О, начинает дождик капать. Шарики рвутся на волю. А тут рядом сейчас еще деревья. Надо идти аккуратно. Так, что-то это не дождь. Это, походу, крупа началась. Непонятная. Не было, не было. Тут на тебе. А то она вроде шесть капнула, и все. А потом резко опустилась. Ну, не сильно, но как бы есть. Так, надо быстрее бежать домой. Ай, больно аж в лицо, да, крупа. Так, подарки я упаковала. Это хорошо. Мама начистила, нарезала картошку, начистила, нарезала лук. Сейчас я заправлю оливьешку. Нет, не заправлю, потому что для нее надо большая кастрюля. Сейчас разберемся для начала с картошкой. Мне надо того, чего у меня нету. У меня тарелок не хватает больших. А давай возьмем маленькую кастрюльку. Все остальное занято. Думаю, нормально. Так, теперь специи, приправы, соль. Все, что душе угодно. Что?
майонез. И это все перемешать. Нам еще сегодня за тортиком ехать. Сейчас вот это... Здрасте. Сейчас вот это поставлю. Надо будет приготовить стол, всякое такое. А потом можно будет уже ехать за тортиком. Что за господи? Это шарик. Я принялся. Это дорогой шарик, так сказать. Да. Ты что-то типа надо открыть, посмотреть или такое? Да, возьми вот эту штуку, оторви отсюда и все. Шарик улетит. Далеко не улетит, выше потолка не это. Тут что-то есть? Ну, вот деньги есть. Хорошая идея, но у меня, к сожалению, нету налички. Что это такое? А что? Открыточка. Открыточка? Стой. Смотри, что бабушка передала. Девушки. О, это прикольно, это вкусно. Это, я не знаю, только это слива или это алыча была, но это вкусно выглядит. Это бабушка Люба передала все. Угу. Спасибо ей большое. Грибочки маринованные. И я так понимаю, это синенькие. Тоже что-то маринованное, да. Остренькое, наверное. Ну, спасибо. Большое спасибо. С собой забираю. Забирай. Моки тут шарик. На, я тебе. Ну, отрывай давай его. Ты тут так замотала. Потому что один почему-то не держал этот конвертик. Да. Два держала, но два не красивые. Можно оставить такой же в три? Нет. Чего? Ну нет, ну смотри, ну что ты сделал? Это я. Опа. Так лучше? Да. Ты уже видишь, да? Нет. О. Happy birthday! Прикольненько. Да. Согласен. Ой, мои глаза. И тут сейчас. О, я шары сразу освободил. Господи, так аккуратненько. Что должен сказать? А вдруг я кому-то еще передали? С конвертиком любимому мужу? Наверное, нет. Ты монитор, моя коробка, коту. Коробка коту нужна, согласен. Кот без коробки никуда. Да. Можно я назад запакую сначала? Можно. Спасибо. Сейчас это, кофею несу. Что такое? Таня поправилась, что еле прошла. Откормилась после болезни, что еле прошла. Видишь, как неудобно, я сразу на сел. Присел. Ах ты, шок, сразу... я думаю, что ты... А ну чуть-чуть, давай сразу его. Сразу мерить. Сразу, да, чтобы чуть-чуть. А, вот так, вот две ноги сядут все. Нормально? Спасибо за комплимент. Давай, поднимай ножку. О, нормалёк. Я как перестарался еще. Да, посередине. О, нормалёк? Да. Да пойдёт. Тут я, потому что мне надо будет куда-то... Постоянно бегать, да. Ну все, пойдет. Так. А где теперь этот? Ты давай, где, хотел сказать, покрывало для загара? Сейчас протереть и скатерть. И тарелочки там какие-то есть. Нет. Да хватит. Все равно вымажут. Тут скатерть будет. Готово. Пойдет? Все? Есть? Да. А теперь та-дам. Оп. Пойдет? И оп. Фу, прикольно. Пойдет? Да ты что, ты прям наборчиком нашла. Да. Молодец. Как раз по 10 штук. Оп. А чё я такой? А кто? Ну, надо помочь. Я? Тим, поздненько. Это что, каждого с днём рождения? Обойдутся. День рождения вообще-то у тебя. Обойдутся. Так, нас или 9. Или 10. Или 10. Такое себе. А тарелок 10. Да. А где все сядут? На чем все сядут, ты хотел сказать, да? Ну, раз-два есть,
Ну, вместе кто-то на табуретке, кто-то на кресле. Если честно, если честно, красиво, прям реально блестит так красиво. Спасибо. Салатики покажи. Во, салатики, а что ты их замотала? Чтобы не заветрились. Ты серьезно? Да. А ну такое, не знаю. А потом просто снял и все. Ну ладно, умничка. Придумал. Так, мы за тортом едем. Да, сейчас повыношу все остальное и поедем. Подоставала все, ты еще не принесла. Ну, правильно. Пускай будет. А то потом ждать все будут. То есть сегодня еще столпень такая собирается. Единственное, у нас не 10, а 9. Да, что, а кто не будет? Машки ж не будет. Какая Машка? Машка не приедет? Нет. А, тю. А я так и не подумал, она приедет. Не-не-не. У нее мама приболела, и с малой нема кому остаться. А, я понял. Понял? Да. А, что сюда еще надо? Господи, там еще будет. Картошка еще в духовке стоит, ножки сделаны, потом микроволновки разогреть. Ну все, неважно, все, пиши. Ну все, пиши, давай. Заниматься. Ага. Так, мы уже на улице, соната нагрета, взяли пару бутылок, надо воды набрать. Кто? Привет. Спасибо за поздравление. Потом косточки перенесем. Уехали. Мамочки. Бутылки, да вот так как-нибудь, господи. Такое себе. Ну я же говорю, такое, что ты придумала. Прыгай, поехали. Все как всегда. Да залазь ты. Кто радио переключил на Колосова? Спасибо за душек. На здоровье. Все. Так, что нам? Просто торт забрать же и все, да? И воды набрать все. Все отлично. А ты заметил, что уже сухо? Да, слава богу. А то сегодня крупа шла. Да, я видел, да. Так бабушка мне позвонила, поздравляла бабушка Поля, сказала, говорит, у них снег лежит именно. А, ого. Прикинь. А я с Машкой с утра еще разговаривала. А они типа переобувались, они не судьба, просто открыть погоду, знаешь. И посмотреть наперед. Гляну, да. Ладно, если ты никуда не будешь выезжать, то все равно резину-то жалко, она все равно в минус сохнет летняя. Ребята, а я с Машкой с утра разговаривала, она говорит, ну как тебе погодка? Она малого в садик как раз отвела, шла с садика. А говорю, как? Я выглянула так, говорю, погодка как погодка. Что с ней не так? А говорит, а как бы снег идет? Говорю, где? А потом это и у нас пошла крупа. Небольшая, но пошла. У нас его и не было, поэтому ладно, все. Китя. Опасные. Едем за тортом. Приехали. И забирай тортик. А телефон тебе зачем? Надо. Ну да, это же от меня сейчас будут прятать, не покажут. Ну ладно. Привет. Торт в багажник. Что-то какой-то слишком большой торт. Ага, да. Спасибо за торт. День рождения? Да, у меня аж сегодня. А, Сережа, да? Прям все это. Это Сережа. Не, у меня сегодня. Я что-то думала. Спасибо. Все, спасибочки. Макась. Оп. Во, увидишь ты его потом. А, Игорь звонит. Оп, брат. Угу. Алло, здрасте. Ку-ку. Здрасте, привет. С днем рождения, счастья, здоровья. Бабла, а что я улыбаюсь? Побольше. Да. Внимание. Спасибо, Игорь. Больше. Ты забыл на день рождения, блин, на Хитане там подарки в комнату не заносила, блин. Я не побачив. Ты понимаешь? Оце родной брат называется, чуть не забыл. Ага, а еще уже. Так, все, мы уже к магазину подъехали. Сейчас, Таня, наверное, ты сама сбегаешь, да? Хорошо. Сбегаешь ну, сама, заберешь, да, этот... А где стать? Пару бутылок воды. А ты так долго? Я подхожу к этой штуке, там где воду набирать. А там что-то делают, да? Она пустая. И тут передо мной дяденька с четырьмя бутылками. Та ёшки. Понял. Опа. Не заглядывал? Ой. Что? Конечно, все посмотрел уже давно. А что мне, сидеть ждать, пока ты там будешь гулять? На, держи. Кого, руль или камеру? И руль, и камеру.
А потом этот очередь на кассе собралась, то касса была пустая, потом очередь на кассе. Такое себе. Понял. Ну, все как всегда, на зло. Ку-ку. Привыляю. Двери можно закрыть. Я закрою. Свежий воздух запускаем. Тут достаточно свежего воздуха запускается. Да-да-да. Залази-ка. О, давай, иди. Ну, иди ко мне, да. Иди ко мне. Ты холодный. И голодный. Не, навряд ли он голодный. Мы тоже так, чтобы были холодными. И остались еще голодные. Ну, еще голодные мы остались, да. Так, ладно, заходи. Что ты там робишь? Тёма попросил сок, а я увидела, что тут еще вода. Девушки, матрушки, ты все сразу занести решила? Ну тащи. Или сразу расставляй. Так, ну. Так сока парочку надо было достать. Я не такие делаю. Да-да-да, там сама все тягает. Тут. Вода. А там говорят, что Серега не помогает. Потому что для того, чтобы она такая и была потом, Лимонад. Да? Ты понял, да, о чем я говорю? Так, ладно. Это все так, хорошо. Смотри, две воды и лимонад. Пойдет. Пока не доставай, сок еще можешь достать. По одной? Кого? И... Да пускай так будет, потом достанем. Ну типа у нас все, картошка же все готовится или что? Или картошка уже готова? Приготовилась, а, уже все. Идеально. Давай. Сейчас, если хочешь, могу эти самые еще грибочки, оливки. Грибы будешь? Или... Ну тут как всегда куча салатов. Знаешь, будешь рыбы? Я вот эти вот передала шампиньоны. Там 0,5 баночка маринованные. Наверное, не надо. Смысла нету, потому что куча салатов, куча того, и сейчас все остальное. Понятно, доставай. И, ну и банку оливок тогда вываливай в эту маленькую одну. Найти ее надо еще. Я знаю, где она. Добраться туда надо. Через твой подарок. Ой. Такое себе. Так, салфеточки, Зая, видел, как надо с чем на улице гулять? Кто с собачками, кто с черепахой. Нормально? Еще и глянь, какой здоровый. Нормально. Я вон увидела, как маленьких черепах кормят. Она летит до того корма, до баночки с кормом, как не знаю кто. Угу. Как собака. Так, ну что, все? Да, сейчас Маринки набрала узнать, где она. Угу. Ну, это сама скинула, значит, это рядышком. Так, присаживаемся, начинаем кушать. Марина только что позвонила. Говорит, я скоро буду. Говорит, через сколько? О, у тебя глаз сипается. Так, ага, да, да, так она же сказала полтора часа назад, что она сейчас скоро будет. Она уже да. Подъезжает. Она сказала, говорит, я скоро буду. Говорю, через сколько примерно? Ну, минут 30-40. А, говорю, все, я поняла. До побачення. Мы садимся кушать без тебя. Это... А говорит, тут дурдом, говорит, приеду, расскажу. А, все понятно. Она ехала на день рождения и осталась по делам чем-то заниматься, да? Так, ну что? Бон аппетит. Насыпаем. Сереженька. Да. Самое основное, чтобы было небо. Куда вы там все повставали? Нервное небо над головой. На все остальное все. Да. На соки да, серый. А мне что делать? Свои мечты. А тебе на да, давай, соточка, давай. Все. Какую лимонадку? Спасибо. Сок. Не. Шо? Бегом. Шо бегом? Я ничего не услышал. Я потом скажу. Так я слушаю, да, я даже встану ради тебя. Котик, я тебя очень сильно люблю. Ты мой самый хороший, самый лучший. Оставайся всегда таким. Абрикос с миндалем. Днем рождения. Ой! Серега, по-моему, я еще хотела, а ты уже это. Ну, Серега это сделал за тебя. Спасибо. Всем спасибо. Смачного. Уже так, 7. Бон аппетит. Ням. Там все открыто, ломится. Я хотел тебя пальцем. Нос красный, как помада. Господи, где тебя насыло? Что еще? Быстро там сюда. Там что, дождь? Ой-ой-ой. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Ты как? Понял. Тём, это не твою. Я пошла за подарком. Мне подарок будет? Какой-то будет. Прикинь, тебе повезло. Да я в шоке. У меня даже будет подарок, согласен. Можно сделать так? О. Можно еще? Не-не-не-не. Ты шапка пиш. В смысле? У-у-у, а что Тёма так лицо сделал? Тёма мне закрыл глаза. Тёма мне закрыл глаза. Я ж честный, ты знаешь. Проблемка. О, проблемки у Тани. Нет, Тёма, я закрыл глаза и... Поверни, ай. Держишь. Что ты сделал? Поверни. Кого? Камеру. Тёма, это. Вот так? Да. Тёма, открой ему глаза. Открой глаза. Тебе что, делать нечего, чешу? Я даже сам
А зачем мне такой большой подарок? А можно сначала я сфотографирую с ним перед тем, как открывать? А зачем? Нема чем заниматься было, чешу? Да. Было много свободного времени. Прикинь, как раз таки нет, но мы все успели. Первый раз за 10 лет. Это ты маме там помогал, да, что-то делать, да? Знаешь все, да? Хитрый. Он знает, он со мной ходил, но вот это всего он не знает. Так, то, что внутри не знает, да? А? То, что внутри не знает? Ну, наполовину знает. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Да что ты меня сюда в угол загнала, говорит? Давай. Я просто, если что, буду помогать. А ну, Тёмочка, Тём, дайди, пожалуйста. Ты уже тут коробку сделала большую, ты уже... Сейчас я... И сейчас туда... Такое себе! Плохие шутки, Серёга. Коробку рвать не буду. Правильно. Не надо саму коробку рвать. Не надо, да? Саму коробку рвать не надо. Бантик мне. Она еще пригодится. Бантик мне. Согласен, дальше передаривать. А на гарантии? Хорошо, я так вот даже сделаю красиво. Буду заглядывать. Это должно было. Это было, должно было быть итог. Я же говорю. Я если что помогать буду. Прикольно. Ты даже угадал, как. Да. Так, ладно. Это хорошо, спасибо. Это мои шарики. Это очень гениально. Это мои шарики. Ладно, хай это будет. Коробка маловато просто для шариков. Ой, а что тут? Шо? Это точно не плитка на дачу? Такое, ну прям... Как ты думаешь, сколько там? Ну не знаю, килограмм есть, наверное, да? Да. Записка. Такое прям. Килограмм. Записка, хорошо. Ой. Еще одна записка. Где ты их понаходила, эти штучки? А кто тебе что скажет? Тёма, мои подарки ломать не надо. Это коробка, чем будешь. Что тут написано? Ты моя опора лучше любого забора. Про дачу сюда. Конечно. Там забор. Напоминаю. Ты помнишь, нам надо на дачу забор сделать, да? Дальним простите, прицелом. Но я буду ставить позже назад. С дальним прицелом. Да. Тёма. Я знаю, что это все медленно, нудно, но это я на месте. Тёмочка, пожалуйста, ну, не падай. А подарок открыть не? Я забыл, что это подарок. Я уже тут полез. А тебе открытки достаточно. Это можно... Это можно шмотать? Да? Хорошо. Да разрывай ты его, господи! О, да. Такого еще не было. Чтобы бантик разорвался. Ничего себе, что ж ты его так приклеила? Просто скотч. Причем не у тот дорогой. Там все это. Ладно, я не буду смотреть. Или можно? Так ты все равно ничего не увидишь. Да шоп ты. Это мусорка, да, типа? Нет. Там еще есть подарки. Как ты думаешь, что там может быть? Антём. Стой. Ну, как ты думаешь? А он не говорит там ничего? Нет. Не, ну может быть, через какое-то время оно может сказать, но оно не скажет. А что оно мягкое такое, как будто мне кажется, что там? Это не еда? Еда, как же, наверное, шоколад. У нас есть еда. Ты что, ты что? Что? Ты что, ты что? Арбизы? Да, арбизы, Тёма! Арбизы! Это я на днях хотел икры, да? Это никто не знал, даже я вчера не показывала, не говорила, что тут... Костя кричит, я догадываюсь, что там. Это икра? Не, никто не знал. И Тёма не знал. Это икра? Да, это красная. Это красная икра. Целый килограмм. Это что-то богато. Ну ты ж хотел? Да, таких денег нет. Ну ладно. Ну, у меня есть благодаря твоей карточке. Теперь, вот она. Я думала, это арбиз. Можно назад запечатать и куда-то его это... Зая, хранение максимум полгода. В закрытом виде. Устраивает. В закрытом виде. Устраивает, я же ничего не говорю. Икру еще мне красную в таких количествах не дарили. Ура! Это антистресс был, слышишь? Тём, дай мне добраться до моих подарков. Что это ты мне подарила? Коробку.
Просто коробочка, что плохо? Просто ко мне. Это я когда делаю бутерброды, чтобы здесь бутерброды сложилось. Да, я шарик конфискую. Тёма, на шарик. А, бабушки или под рассаду, я понял. Там на дачу. Пакет. Я решила пакетик тоже оставить. Тебе же нравятся пакетики. Мне пакетики нравятся. Можно смотреть или так? Можно смотреть. Ты себе позапаковывала. Вот для чего коробка. О, кстати, эту коробку можешь назад уже это закрыть ее и назад. Ну, так красиво там стояла. Жадина. Забрала коробку. Еще записки. Ты давай открывай уже, господи. По-моему, ты что, да все так просто. Не. Она же аккуратно, вдруг потом передарит. Наверное, нет. Давай станем старыми и противными вместе. Я. Давай станем старыми и противными вместе. Идеально. Идеально, прикольно. Точно, для тебя. Прикольно. Ты криво ее начал, поэтому она не идет. Надо ровно, а не криво. Это мой подарок. Открывай свой подарок. И эту еду будет рвать. Эту я уже увидел, как она приклеена. Ага. Вот бантики первый раз порвал. И все равно его порвал. Нет. Вот, видишь? Этого не было. Там тоже коробка не та, что была. О, нету что-то. Там интересно. О. А ну, стой, а теперь стой. Как ты думаешь, что? Знаешь, интересно, ноль. Я вообще понятия не имею, куда могла нахимичить. Ну хорошо, срывай уже и смотри. Фиг с ним. Тихо, я покусусь. Я непонятно пока ничего. Да сейчас будет понятно. Я помню, я все думала, чтобы ты ее не заказал. Прикольно. Я все думала, чтобы ты ее только не заказал. Короче, это типа колонка, открывай, беспроводная открывай. Зарядка. Будильник, музыка, короче, все, что хочешь. Короче, на дачу будет офигенная штука. Что? Я буду на даче музыку слушать. Ну давай проверим. О. Музыку. Что, мне уже проверить? Прикольно. Ух ты. Да включай. Резина. Включи. Она на батарейках тоже? Да? Если оно... Не, да. Наверное, сейчас не включится. А, включилось? 20 минут максимум на без подзарядки. Ты шо? Прикол. Папа. Это вот это менять? Не, стой. Mm-hmm. Да. А давай кое-что протестируем? Меняй. Еще. Зарядка телефона, там куча еще всего остального. Поставь там Димосик. Uh-huh. Зай. Ну что там, Димосик? Там кнопка. Ну поставь пока месть. Ну пока месть поставь туда. Ну и что, не... Подвинь мосик быстро. Ну ладно, поставь. Коробка. Прикольно. Коробка. Спасибо. Я думаю, икрой ты доволен больше, чем этим, да? Конечно, теперь нужен качественный хлеб. Чем мне его взять? Коробка мне. Без проблем. Без проблем. Доставка хлеба. Можно, пожалуйста, домой? Спасибо. А теперь убирай. Да? Чтоб ты был здоровый. Спасибо. И счастливый, и удачливый. Спасибо, спасибо. Умничка. Ой. Ухимичила меня. Трошки вот, есть. Вот два дня подряд в 6 утра вставала, чтобы в 8 утра выйти в этот вот самый, в магазин. Это сколько же бутерброда может быть? Одному мне. Много. Очень много. По полкило. Не, просто дырочку сделать. Зачем? Монтируешь, выдавливаешь все. Зачем бутерброды? Батон разрезал на две части. Согласен, да. Батон вот именно, да, Сережа. А, в холодильник, да, наверное? Золотой, да, она там лежала. Она лежала и на балконе, да, и в холодильнике целую ночь пролежала, потому что на балконе был минус. Я ее заныкала так, что ты ее не нашел, и мама ее тоже не видела. Зачем смотреть? Я в холодильник. Видите, я тот человек, который в холодильник вообще не лазит. Я не смотрю в холодильник. А если надо что-то... Зай, там есть у нас что-то такое, типа, а Ваня мне сюда Зай, из-под чего коробка? Ты все шарики, кстати, наверное, прямой, как икра. Из-под чего коробка? Ну, из-под чего-то. Нет, вот это. Футболе? Да. Отлично, видишь, пригодилось. А можно мне? Это
Кого? Нет. Нет. Она поедет на дачу отвозить кучу всего. Да-да-да. В таком красивом виде. Да. Так, все, присаживаемся. Спасибо. Так это пока. Закидывай туда. Не, закидывай, я поубираю. Туда. Закидывай, я поубираю. Коробку относите, я к себе. А все, что выкидывать, можно это. Все, что туда останется, туда. Коробку верни. Так. А сейчас пришло время тортика. Еще никто не видел, какой тортик, кроме меня. Ты готова? Смотри. Ты герой, любимый герой? Да. Прикольно. Теперь туда свечки. А ну давай я его приподнимаю, а ты убери коробку. Оп. Она из двух частей, так что нормально, если она распадется. Я думаю, Сереже понравится. Свечки в виде кексиков. Сейчас надо пойти выключить свет. И пусть все будут в режиме ожидания. Итог. А я слышу. Что ты слышишь? Нет, подожди. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. С днем рождения! Спасибо! Ну как тебе? Давай быстрее, пожалуйста, загадывай желание, потому что рука отсыхает. Я вижу, что торт тяжелый. Тёмочка, отойди, пожалуйста, солнышко. Тём, отойди, пожалуйста! Я тебя... Умничка! Ой, спасибо! Это губка Боб! Ну как тебе? Свет включите. Ты шо? Смотри. Это малыш губка Боб. Классно, тебе смотри. Нравится? Идеально. Круто. Это все Женя сделала. Да, я понял, спасибо ей в очередной раз. Ты шо? Губка Боб. Ой, там где-то что-то есть такое. Да, губка Боб. Ты шо? Прикольный. Тёмочка, аккуратненько. Классно. Мне тоже нравится. И это все не мастика, это все пластичный шоколад. Мама! Серьезно? Это не мастика? Да, слава это не богу. Мастика. Блин, прикольно. Мне нравится. Тёмочка, подожди, сейчас мы его сфоткаем на память, а потом будем чикать. Так, я свечки уберу. Ну, главное, что он в трусах, все остальное не важно. Блин, прикольный. Он только с душа. Угу, класс. А чья идея? Помнишь? Все, пока. Спасибо. Ну такое себе. Губку Боба можно оставить в покое. Давай. Так, ну чё? Чикай. Вон какую? Вот эту или вот эту? Вот ту сторону, там ложка. Стал ложку в покое. Да, давай вот так. Ну так, да, чтоб типа не может типа вот так вот. И большими толстыми квадратами сделать. Вот так? Ну да, вот где-то так. Ну так, чтобы он получился типа как на три длинный. Ну. На тебе носу на шпажке. О, блин, дайте эти. И щеки. Одну щеку можешь оставить, ну не ту ты взял щеку, ну ладно. На. Ту надо было оставить. Да, там веревка, Тёма. И все съедобное. И все съедобное, это все шоколад. Веревка шоколад? Да, Тёмочка. А. Вот так, да? Да. Ну, чтоб под... Да, ну вот так вот. Слушай, как шуба какая-то режется. Слышал звук? Глазик. Ну ладно. Он был. Трусы крепкие, смотри. Там же и рука, и ложка, и трусы. Нога. Чи нога. Ногу убирай туда, надо до второй ноги. До второй? Ну хорошо. Ой. Все, нет ноги. Нога рассыпалась. А ну. Подожди. Ну да.
каким-то образом. Я бы как... можешь так взять чуть-чуть? От... Согласен, отодвинуть чуть-чуть как-то в бочок. Посмотреть, как там внутри она сделана. Она это банан-шоколад? Да. Идеально. Ну а как еще можно? Показывай, показывай. О, мне надо, вот что внутри. Тёма, вкусно, да? Да. Ну, божечки, это то, что особенно надо. Особенно нос. Полностью С1 мусс. На. Полностью. Это мне такое красиво. А я буду есть тут шоколад? Будешь. Там, по-моему, меньше мусса. Маленький. Тебе, как самому имениннику, самый такой большой. Самый розовый. Так какой, да, он большой, просто ты. Как имениннику самый маленький достался. Ладно, разрезай всем тортик. Давайте чаёк делать. Ну как, Ама? Скорее всего, угу. Потрясающе. Оно. Нормальный торт? Шикарно. Идеально. Я не почувствовал, что его скушал. А, ты его скушал? Конечно. Он слишком вкусный. А тебе как? Вот сюда бак, бери это и все. Я хочу розового. Хочу, чтобы у меня розовый рот был. Ой, такое себе. Так звучит, да? Не очень. Это не мастик, а пластичный шоколад. Прикольно. Повкуснее мастики будет, конечно. Угу. Но мастика, она более твердая. Шо? На жвачку баблгам похоже. Так, а что-то я отказался от этой штуки. Ну дай мне еще кусок. Отвали, это мое. Оно... Попробуй, Серый. Как будто жвачка баблгам. Офигенно, я тебе серьезно. Дай мне кусочек, ну пожалуйста. Тапок забирай. Тёма мне отдал. Я сказала тапок! Защита серьезно, скажу, что не водили. Я ему предлагала. Я не отказался. А ты молчи. Шарик, отпусти, это не твой. Во. Я его даже не поставил на место. Во. Это именинника Шарик. Я же не спорю. Серега на них прилетел сюда. С окна. В окно. Ты что, на бачку? Вот как Бубка Гоп. Отмыла. Ой. Да, она высохнет больше нормально. А где торт? Так, а ты на мокрое поставила. А где торт сам? В смысле, в холодильнике. Съели. А что, я съел весь торт. Он же мой. Короче, все, ребята, на этом все. День рождения подошло к концу. Всем спасибо за пожелания. Вообще-то это должно было быть. И поздравления. Я, ты же не даешь мне сказать. Всем спасибо всем, кто меня поздравил. Это очень сильно приятно. И заранее, и вообще в комментариях. В общем, завтра всем ответим. Да. Огромнейшее всем спасибо, зайчик. Тебе еще раз днем рождения, солнышко. Да. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Большое спасибо всем, что были с нами, и всем пока. Все, всем пока. Всем пока. До завтра. Завтра, кстати, на санат едем, тросики ручника пришли, будем менять и ставить мишку. Да. Мишку-панду? Да, мишку-панду. А потом еще на ротее, потому что там... Одни кричат, забирают, другие кричат, конечно, Мишин беру в 4-й там за какую-то символическую сумму отдаем. Отдаем в дар.